Жаль, что я не могу взять динозавра в автограф. Все бы так сильно удивились. Здравствуйте, господин Птица! Хочешь сыграть в игру «Поющие вулканы»? Да! А теперь повтори вот это. На старт, внимание, пора! Повтори последовательность. Хорошо, теперь ты. Итак, твоя очередь. Хорошо, ты все правильно сделал. Щелкни на стрелку, если хочешь выйти из игры. А сейчас тебя ждет более сложный уровень. Все отлично. Если захочешь выйти, щелкни на стрелку. Хорошо, это довольно сложный уровень. Ой, это было не совсем правильно. Щелкни на стрелку, если хочешь выйти из игры. Так, кому хочется поиграть, играйте. Путешествовать во времени так здорово! Еще супчика поесть. Бип, должен сказать, ты мой самый лучший гость. А ты радушный хозяин, колесенок. О, помогите! Это злобное чудовище собирается напасть на меня. Я это знаю. Нет, не собираюсь. Я Бип-Бип, и я на вас не нападу, честно. Обещаешь? Конечно, обещаю. Ох, ты меня успокоил. Ну, уважаемые слушатели, давайте поприветствуем Колесенка. Овощной суп Колесенка был признан самым вкусным в истории. Вы не можете подружиться со своим соседом Тиранозавром? Он рычит на вас, когда вы с ним здороваетесь? Приезжайте на лекцию, парень!